Настольным теннисом мы заканчиваем ноябрь месяц, и это действительно у нас уже четвертый вид спорта, четвертый этап осеннего кубка третьего сезона битвы корпораций. Много действительно хороших ребят из IT-сферы, которые показывают мощную игру. Ну и с прошлых сезонов команды «Водоканал», команды «Володар», немножечко слабее «Альфа-Банк», но все-все-все на уровне выступают. Практически слабых звеньев у нас на этом этапе нет. Наша команда участвует во всех видах соревнований. Очень одаренные ребята, они могут все. В том числе и настольный теннис – это один из лучших, скажем так, лучших их копий. Сейчас каждый, как болельщик, в игре каждой своей команды. Вот впервые в прошлом году не участвовал в настольном теннисе, но после того, как посмотрел, как играли, пошел и стал заниматься. Поэтому то, что вы начали эту битву корпораций, это вам настолько, я думаю, от всех и руководителей предприятий, и от сотрудников предприятий большое спасибо. Очень часто тренируемся, играем. Да, у нас есть возможность поиграть внутри компании во время перерыва, и мы успешно этим пользуемся. Да. Традиционно мы играем в трех разрядах – мужской, женский и микс, но по сравнению с предыдущими годами, с предыдущими сезонами, мы сделали турнир более командным, поэтому сейчас у нас команды проходят дальше по результатам всех трех разрядов. Если раньше, например, команда «Владара» могла участвовать в 1/8 в женском разряде, а в мужском нет, то сейчас от выступления всех трех разрядов зависит судьба команды. Эдакий кубок Дэвиса у нас получился в настольном теннисе. Общий уровень хороший, особенно дальше на четверть, на полуфинал и финалы будет прекрасный уровень. Притом видно, что люди не профессионально занимаются, это не мастера спорта, это не там делают всей жизни, это просто сотрудники предприятия, которые увлекаются и ведут здоровый образ жизни. Удивительно, но в харьковском турнире битвы корпораций у нас встретились в 1/8 два представителя из Днепра, так как теннисист из Адидаса приехал из Днепра, теннисист из Ало приехал из Днепра. Если раньше у нас с соседними городами, скажем так, команды собирали только Ало, то сейчас уже и Адидас принял такую практику. Может быть, скоро Surf привезет из Львова кого-то. То есть мы расширяемся, берем в себя больше городов, выбираем. То есть турнир расширяется географически. На самом деле очень полезная вещь.
потому что идет мало того, что сплочение коллектива определенной компании, а во-вторых, еще сплочение коллектива во всех компаниях. И также, как уже сказал организатор, объединяется очень много городов, таких как Днепр, Львов, и дай бог, эти соревнования будут расширяться. Мы как-то раньше привлекали в основном ИТР, а сейчас вот у нас вот сейчас в нашей команде и в командах баскетбольных, волейбольных, вот это уже люди, которые на рабочих специальностях, и вот просто как-то они тоже прониклись этим духом соревновательности. И я думаю, что в следующем году мы более достойно выступим в других видах спорта. По финальному этапу боулинга мы также не планируем ничего менять. Снова мы сыграем в клубе «Миста» 16 декабря. Все команды мы ждем там. И уже действительно на этом пятом этапе, заключительном для 2017 года, мы определим лучшую команду осеннего кубка, а также наградим призеров серебряных, бронзовых и выделим те команды, которые были близки к победе и к завоеванию медалей.